Всем, друзья, привет! Вот едем закрыть сезон 2020 по жидкой воде на нашу реку Яю. Лежит, порыбачим, покидаем сейчас в верховьях, пожарим шашлык, ну и посмотрим, что какая рыбка поймается. Ну что, Славян, шашлыка сейчас пожарим, да? Да, конечно. Мангальчик у нас уже тут. Сейчас загорится. Пыхтит, бухтит. Вот, завершаем сезон по жидкой воде 2020 года. Так уж случается, если встречаются несколько старых друзей. Все, что нормально. Эх, ну что знатное будет у нас, да, Павел? Иначе все, что так дорого припоминается, песня звучит веселее. Редко друзьям встречаться приходится, но уж когда-то велось. Выпьем по маленькой, выпьем как водится, как на Руси повелось. Сейчас бы по писянику. Это хорошо. Кому-то можно. Ну, вот так вот, друзья, закрываем сезон по жидкой воде 2020 года. Слава с пивом, я с пепсиколой. В целом год хороший был. И рыбачили хорошо, и грибы рвали хорошо. Тебе мясо дать? Да. Мясо наешь. Не хочешь? Ну ладно. Ну ладно, закрытие. Сейчас поедем, покидаем, перекусим мяса и посмотрим, что поймается или нет. Ну и, конечно же, увидим. За вас, друзья. Мы на реке. Ноябрь месяц. Слава остался там кидать. С берега, потому что сегодня баркас маленький. Лодку большую я уже помыл. Убрал ее на зимнее хранение. Но вот сегодня выскочили пожарить мясо. Ну и, как говорится, закрыть сезон 2020 по жидкой воде. Попробуем, покидаем маленько. Будет что не будет. Отзовется, не отзовется, не знаю. Но посмотрим. Поглядим. Местечко вот такое поставил. Блесну колебалочку микадо. Посмотрим, как закроется у нас. Вода прибыла. Снежок у нас уже. О, что-то брало. Брало, ребята, что-то. Било. Что-то ударило. Ну, что-то ударило разок. И не захотело брать. Ну что, мы бещучек, что ли, закроем сегодня сезончик? Есть, есть, ребята.
Есть, ребятушки. Вот такой щуропец. Опаньки. Есть, ребята. Есть. Есть, ребятушки. Все хорошо. Ну, значит, с рыбкой мы закроем все-таки сезон. Вот такая щурка попалась. Ну, во, хоть начали зубы у нее, смотрите, появляться маленькие. А то не было. Во, видите, появились зубы. А то не было. Неделю назад ловила покоцанная, кто-то грыз ее. И вот кто-то грыз ее, смотрите. Ну, первую не отпускаем. Если поймаем, я ее отпущу. Будет живая, дай бог. Но одна есть. Значит, закрытие сезона уже пройдет у нас с рыбкой по жидкой воде 2020 года. Ну ладно, кидаем дальше, друзья. Это хорошо. О, божья коровка присоседилась. Вот, смотрите. Такая вот. Какая-то уставшая. Ладно, одна есть. Замечательно, значит. Вот, друзья, смотрите. Бобринная тропа какая лазит он тут. Вот она. Вот нагрыз палку. Там он палочки накидал внизу. Вот тут лазит злодеюка. Следы у него там. Ладно, мы не за бобром, мы за щукой. Нет никто. А вот тут, пожалуй, есть кто-то. А вот тут, пожалуй, ребята, есть кто-то. А вот тут, пожалуй, ребята, есть кто-то. А вот тут, ребята, пожалуй, кто-то у нас есть. Вот такой вот экземплярчик выскочил. Вторая, ребятушки. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Вторая, ребята. Ладно, что ж, хорошо. Вот такая вот типуха. Но нет, тоже, вот смотрите, тоже беззубая. Нету зуба. Ладно, пока отдохни. Пока отдохни. Ну, это уже радует. Две есть. Две штучки попалось. Вот так, друзья, и закрываем сезон по жидкой воде 2020 года. Две словилось у нас. Слава там на берегу остался кидать. Баркас маленький. Узнаем, подойдем к нему, что поймал, не поймал там. Так, что-то понесло нас куда-то. Вот такие вот две штучки вылетели.
кто-то. Ну что, Славян, как? Ты по пивку все? По пивку и по мясу. По пивку и по мяску. Ну вот что, друзья, закрыли мы сезон рыболовной по жидкой воде 2020 года со Славяном. Покидали сегодня, поймали двух щучек, да, двух щучек. Попались они нам, злодейки. Но вот такая рыбалка сегодня прошла. Ну что, всем удачи, всем здоровья, всем хорошего настроения, здоровья вам, вашим близким. Ну, думаю, что теперь уже увидимся на льду, когда будем рыбачить, да, Славян? Хоть как. Хоть как, хоть как. Так что сезон жидкой воды 2020 закрыт. Всем до новых встреч.